Со знаменитой тиктокершей. А она то, ну, только тиктокерша, правильно? Ну, она Она еще снимает еще ютуберша. в YouTube, да, А, ну, летсплей. типа и все, да? Она именно летсплейщица. Да. Понял. А что ты улыбишься? Ну, ты контент смотрел ее? Подожди, Вань, что ты, под кому ты подмигиваешь? Никому. Ты смотрел? Ты знаешь, что такая Эва Элфи? Тиктокерша, ютуберша. Он что-то знает, но скрывает, походу. Есть такая хуйня в А нем. еще она твоя дочь. О. То есть он только что сказал, что твою дочку... Ваня, Ваня, ёбнешь сейчас Кока-Колы Нет, до нет, нет, дна, нет, до нет, дна. нет, нет. Ну тогда стой, подожди, кто такая Ева Элфи, братан? Ну вот реально, если ты знаешь, то Ну, скажи нам. типа логично, что она, во-первых, эльф. Ну, скорее всего, эльфы, Эва Эльфы, эльфы. она, то есть Коль, королева поцелуй эльфов, микро. наверное. Да. Коль, поцелуй микро. Ну ладно, за 1000 рублей. За 1000 рублей Он можно и пососать. доказал, он доказал. А так, кстати, с монеткой вы не определились. С монеткой. А, ну он вроде выбрал левую руку. Ты левую руку сказал? Ну, чё? Левая рука. Ну, То да. есть монетка в левой руке. Она невидимая. Вань, давай я тебе пробую объяснить. Нам донатит ютубер Зерновка. Он говорит, в какой руке монетка, понял? И держит в какой-то руке монетку. Но у нас нету монетки. А, тогда пошел он нахуй, этот ютубер Зерновка, в таком случае. Получается, он нас наебался? Он просто наебал нас Да, зашел. зачем он так сделал-то? Я не понимаю, нахуй он этим занимается вообще. Просто для прикола. Думаешь, он просто приколол?